Святые отшельники. Этот, к сожалению, сильно поврежденный, скорее всего, в пожаре триптих, относится к среднему периоду творчества Босха. Сведений о внешних створках триптиха нет. Святые отшельники появились примерно в период с 1493 по 1499 год. Часто называют 1505 год. Дендрографический анализ панелей, на которых выполнен триптих, показывает, что они были изготовлены в 1493 году. Известно, что работа с 1733 года украшает дворец тоже в Венеции. В 1838 году она была перевезена в Имперскую галерею Вены, а затем в 1893 году в Музей истории искусства в Вене. Затем в 1919 году снова была возвращена на место. Считаю, что на создание триптиха Босха вдохновила книга «Высшей правды» Яна ван Рёйсбрука, в котором отшельники Антоний, Иероним и Эгидий воплощают три степени восхождения к высшей правде. На его триптихе святые отшельники изображены трое этих самых отшельников, предающиеся благочестивым размышлениям на фоне пейзажей. Жития всех троих отражают аскетические идеалы и умерщвления плоти, которые были воспеты в трактате «Подражание Христу», постоянную молитву и благочестивые размышления. В центральной части святой Иероним глядит на распятие, находя в нем прибежище и спасение от сил дьявола, которые копошатся в руинах, очевидно, языческого римского капища, разбросанных вокруг. Все вокруг является символами зла, таящимися в пустынных ландшафтах и зловещей растительности. Это объекты преклонения идолопоклонников, скелеты, сухой куст, два дерущихся чудища на переднем плане. Как бы погруженный в улей с медом, человек слева внизу символизирует, очевидно, нездоровую тягу к плотской любви или интерес к алхимии. Иконография Иеронима достаточно традиционна. Распятие, красная кардинальская шляпа, лев. Но Босх изображает его кающимся аскетом, а вместо традиционных символов мы видим какой-то бесцветный головной убор и отощавшее животное, лакающее воду из пруда.
Левая створка. Из всех святых Поск чаще всего писал, несомненно, самого близкого ему святого Антония, который большую часть жизни провел в египетской пустыне и привлек к себе особое внимание сатаны. На фоне ночного пейзажа, освещаемого заревом горящей на горизонте деревни, Антоний пытается набрать воды в сосуд из какого-то заболоченного пруда, но в этот момент атакован дьявольскими искушениями. Он молитвами спасается от пытающейся соблазнить его царицы демонов, обнаженной женщины, которая стоит в пруду возле сухого дерева и окружена мелкими чертями в обличьях рыбы, черта, павлина и уродливых комбинированных существ, идентифицировать которых однозначно весьма сложно. Правая створка. Святой Игидий, укрывшись в пещере, что служит ему часовней, возносит молитву перед алтарем. Торчащая из его груди стрела – обычный атрибут изображения этого святого. Известно ведь, что он спас лань, заслонив ее своим телом от стрелоохотников. С тех пор лань и стрела неизменно сопровождают изображение святого. Игидий, отшельник 17 века, также прославился чудом прощения грехов, в которых человеку трудно сознаться, а вообще он покровитель коллег и нищих. Пейзаж этой части триптиха довольно прост и мрачен. Тут преобладают скалы и чахлая растительность. Лань, кстати, тут тоже есть, спокойно устроилась у святого в ногах.